Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Очередной скейт-парк, который мы посетили, находится по адресу улица Джона Рида, 8. Но гораздо проще сказать, что это у стены бассейна «Невская волна» на фоне парка «Боевого братства». Совсем рядом от метро «Проспект Большевиков». Еще одна новая знаковая точка для этого района, насыщенного спортивными объектами. Если так пойдет дальше, весь Невский район станет одной большой конструкцией из перил, бассейнов и полуовалов. Как в фантастике. Об этом скейт-парке, на удивление, мало отзывов, и вы определенно не встретите его в списках самых популярных спотов Санкт-Петербурга, распространенных в интернете и давным-давно устаревших. Все потому, что открыта площадка была в разгар коронавирусной пандемии в сентябре 2021 года. Презентовали ее в защитных масках, а кругом вовсю действовали строгие меры безопасности. Кажется, что это было 100 лет назад, правда? Что ж, тот период прошел, по крайней мере, хочется в это верить, а площадка осталась и сейчас пользуется огромной популярностью. Здесь полно и серьезных спортсменов, крутящих сложные трюки, и начинающих. Близость бассейна и метро может сделать это место одним из самых посещаемых в спортивном Петербурге вообще. Да и в целом, около Ледового дворца за последние 10 лет сильно прогрессирует инфраструктура. Сюда уже хочется ездить не только на концерты и хоккейные матчи, но и просто прогуляться. Учтите, что скейт-парк – это не только скейтеры. Это самокатчики, роллеры, а главное – велосипедисты-экстремалы. Велосипед BMX – пока еще недооцененная в России штука. Потенциально это самая русская забава, какую только можно вообразить. Недаром в советские годы был безумно популярен мотокросс, а BMX по сути младший брат мотокросса. На таких площадках райдеры могут тренироваться в волю. Разумеется, хотелось бы иметь более доступные велосипеды по более дешевой цене, но это уже совсем другая история. Как все качественные скейт-парки, комплекс на Джона Рида оборудован небольшими стартовыми площадками, где можно просто стоять и вдохновляться, а также большой зоной воркаута с тренажерами. Если вы не против соседства с шумными и мелькающими в глазах скейтерами, здесь можно просто заниматься гимнастикой сколько вам угодно. Рядом пристроена большая универсальная площадка для спортивных игр. Можно натянуть волейбольную сетку, можно играть в баскетбол. Разве что все вместе вряд ли получится. Все-таки площадка не резиновая. Кто не знал, скейт-парки в последние 2 года открываются по всему городу и должны стать привычным элементом питерского ландшафта. Как уже стали газпромовские физкультурные центры зажигалки. Лет 15 назад у нас пробовали начинать скрытых скейт-парков. Дескать, петербургский климат, вечный дождь, все дела. Однако быстро пришли к осознанию, что климат климатом, а двигаться лучше на открытом воздухе. Уж лучше дождь, чем духота в квартире. Чем больше будет таких универсальных площадок, тем лучше. Спорт приносит пользу только когда становится частью повседневной жизни, частью обыденного городского пейзажа. We'll be right back.